Ольга Владимировна. Я думаю, тут боевик такой. Александр Григорьевич, дорогой, я очень боевик рада, ты наш. С вами наконец-то лично познакомились. Почему наконец-то? Ты не приезжала, не приезжала. Ну ты... вот я приехала. Спасибо за приглашение. Хорошо, что приехала. Спасибо. Ну, давайте, мы вчера были на границе. Да, я знаю. Да, нам все показали. Потом ты говоришь, С-400 хотела опробовать или нет? Я, честно сказать, опробовала. Опробовала? Да. Правильно. Мы пришли к выводу, что граница на замке. Абсолютно. И враг не пройдет совершенно точно. Старый пограничник. Что ну вот. Вам вообще самому как было принять это решение, разместить ядерное оружие? Вы же будете как цель. Как вы это для себя вот сформулировали? Вот вы сели вечером и как? Вот сел я и думаю, буду я целью. А сейчас я кто? Сейчас я еще большая цель. Цель еще такая, что мне ответить сложно. Вот. Видите, желтые, это полонезы стоят, которые нацелены туда, куда надо. Но это обычное оружие. Я вот говорил своим журналистам сейчас, я Путину, когда, я не просто его уже просил, я уже требовал, верни мне ядерное оружие. Не надо стратегическое, мне зачем? С Америкой же я не собираюсь, его тактического вполне достаточно. Искандер бьет 500 километров и больше. А у него боеголовка ядерная. Так вот, я ему говорю, ну, если там у тебя проблема с этими тактическими боезарядами, ну, ты мне вот сюда, в полонез, впихни ядерное оружие. Мне, говорит, нам легче поставить. Я говорю, тогда надо поставлять, потому что мы видим ситуацию. Ну, и то, что даже я сказать не могу это под камеру, да, мы договорились, мы выполняем это. Поэтому целью мы были всегда. Нас порвать на куски. С 20-го года хотели. Против ядерной страны, страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал. У нас ракеты и бомбы мы получили от России. Бомба в 3 раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Но там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 от одного удара. А это одна бомба в 3 раза мощнее. Это, ну я не знаю, под 1 000 000 человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие, но это все-таки ограниченная территория. А я прицеплюсь тогда к вашему слову. Вы сказали, уже получили от России бомбы и ракеты. Ну, не все. Потихоньку. Когда получим, завяжем тебе глаза, когда приедешь, без камеры, завезем в хранилище. Как только все завезем, оно будет рассредоточено. Беларусь, у нас же хранилище этих, как собак в деревне. Серьезно, у нас их было много, мы их уже сегодня 5-6 это восстановили, будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим, мы не будем же держать в одном месте. А какая договоренность? Если вам кажется, что агрессия, надо это будет созвониться с Путиным и... Слушай, вот часто слышу, а вот это российское оружие, без России чем не применит. Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому, ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара? Это не вопрос. Тут спорить даже нечего. Ну, а тут мы уже договорились. Пусть враги, Оля, трепещут.